Двое подростков взломали дверь, которая вела в салон красоты, фотостудию и офисное помещение. Несовершеннолетние преступники разгромили мебель и испортили пол. Злоумышленники решили не уходить с пустыми руками и забрали с собой сейф, ноутбук, шуруповерт и сладости. Общий ущерб владельцев – 63 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий один подозреваемый был установлен, задержан. Им оказался несовершеннолетний, 2004 года рождения. Он стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также и привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, то есть за мелкие кражи. Теперь 16-летнему преступнику грозит лишение свободы до 5 лет. Своего подельника подросток не выдал. На парковке у одного из торговых центров города женщина наехала ребенку на ногу. 8-летний пешеход выбежал из другой машины под колеса автоледи. Она посадила пешехода в свою личную автомашину и отвезла его в приемный покой КБ-50. В результате осмотра у пешехода, у ребенка, выявлены телесные повреждения в виде растяжения связок правого голеностопного сустава. Удара, значит, от тела ребенка не было. Единственное, что она проехала колесом по правому голеностопу, по ступне. Сотрудники ГИБДД определили ДТП как несчастный случай. Женщина не смогла среагировать при выезде, правил не нарушала и не скрылась с места, а выполнила свой водительский долг и отвезла ребенка в больницу. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.